11 лет ребята приходили в школу. Для одних это время пролетело как мгновение, для других, казалось, тянулась вечность. Но с уверенностью можно сказать, что это важнейший этап в жизни каждого из них. И сегодня мальчишки и девчонки самые красивые и самые счастливые в свой выпускной. Ребята Володарской школы долго готовились и с нетерпением ждали этого дня. Ведь школьный выпускной бывает лишь раз в жизни. И эмоции этого дня повторить невозможно. Вспоминали свои первые шаги, посвящали родным учителям стихи и песни. И, конечно, каждый получил долгожданный аттестат. Особо отмечена была Аня Вяткина. Она единственная окончила школу с отличием. Мама выпускницы поделилась искренними эмоциями. Она... к этому стремилась, и те ожидания, которые были в мыслях, в голове, вообще в жизни, они реализовались. Я ею горжусь, очень горжусь, и она моя прелесть. В адрес выпускников в этот день прозвучали поздравления от директора школы и учителей, которые своим ежедневным трудом помогали ребятам достичь личных побед. Также напутственные слова в адрес ребят направил исполняющий обязанности главы Ленинского района Валерий Венцель. Нужно быть настойчивыми, нужно быть дерзкими для того, чтобы добиваться поставленных успехов перед собой. И, конечно же, быть уверенным по жизни. Это самые такие трудолюбие, напор, уверенность. Это самые основные качества для молодого человека, который вступает в новую сознательную такую жизнь, серьезную и взрослую. После вручения аттестатов все выпускники района отправились во дворец спорта «Видно». И здесь их уже встречали как настоящих звезд. Красная ковровая дорожка, десятки фотокамер и аплодисменты. В ожидании начала торжественной части на втором этаже было организовано несколько интерактивных зон. Ребята могли оставить пожелания любимой школе, пройти ленточный лабиринт и сделать фотографии у тематических стендов. А некоторые не могли удержаться и начинали танцевать прямо в фойе. Эмоции в этот день переполняли каждого. Я просто в шоке, до сих пор не верится, что я закончила школу и вступаю во взрослую жизнь. Отличное настроение. Прям эмоции переполняют меня, просто дух, все, все отлично. Мы все сдали экзамены, у нас все отлично, спасибо. И вот, наконец, долгожданная церемония открытия главного события года для каждого – выпускного бала. И все это в прямом эфире телеканала «Видное ТВ». Мы на вас рассчитываем, мы на вас надеемся, и мы знаем, что вы нас не подведете. И мы уверены, у вас все получится. И с этого момента аплодисменты, казалось, не утихали. 52 выпускника были награждены медалью за особые успехи в учении. Пели, танцевали творческие коллективы, свой подарок приготовили и родители. После всех поздравлений над сценой воспарил воздушный змей, который ознаменовал начало неофициальной части. Для ребят в этот вечер выступали артисты оригинального жанра и модные диджеи. Этот праздник должен запомниться навсегда. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».